Несмотря на дождливую погоду, 19 января, в праздник Крещения Господня, сотни бендерчан пришли на берег Днестра для того, чтобы окунуться в его освященные воды. В этом году стараниями российских миротворческих сил на территории городского пляжа были развернуты палатки, подготовлена прорубь, выложены деревянные трапы для спуска к воде. Каждый год таинство Крещения привлекает себе все больше людей. Православный праздник и наверняка дает положительные эмоции для очищения, для веры в Бога. Становится чище, краще, добрее после этого, мне кажется. И он приносит только радость, и только одни позитивы, ничего плохого. Первый раз буду купаться. Первый раз, да. Будете. Что вас подвигло на это? Вера. Я уже почувствовал облегчение на душе. Вы уже искупались? Да, я уже искупался. Очень хорошо. Всем советую. Что здесь происходит? Ты знаешь, что это? Крещение. Крещение? А ты когда вырастешь, будешь принимать участие в этом? Да. Бытующее мнение, что купание в Иордане снимает грехи, опроверг протоиерей Иоанн. Каждый человек в первую очередь должен осознать в том, что он совершил грех. Я должен исповедовать этот грех. И только после этого, по милости Божьей, он получит прощение. А то, что он будет окунаться, стыдясь исповедовать свой грех, ну, я думаю, что никакого результата не будет. То есть сделал грех, то ты должен за него нести наказание. А если просто так, знаете, я пришел окунуться и считаю себя свободным, считаю себя омывшись, то это неправильно. После молитвы первыми в воду окунулись священнослужители. За ними потянулись мужчины, среди которых был старший военный начальник российского миротворческого контингента полковник Анатолий Зверев. А что вы чувствуете после этого? Чувствую радость. Как ощущения? Хорошо. Вы первый раз купаетесь? Нет, второй год. Что вас подвигает на это? Надо духовно настроиться. Некоторые обряд совершали впервые. Какое ты хочешь ощущение увидеть, услышать, почувствовать их? Я хочу, чтобы у меня было здоровье на весь год. Коллеги из БТВ не отставал от всех. Выйти не так и тяжело, однако, когда ныряешь, чувствуется, что как будто снег по коже. Решился и наш журналист. Как ощущение? Прикольный. Так, в жизни есть место для подвигов. Я совершила свой, специально для Нестор ТВ, Наталья Кустурова. На правом берегу бендерчане также окунались в Днестр. Одной проруби не хватило, и старанием мужчин была прорублена дополнительная, в которую тут же стали заходить люди. Дождь то шел, то останавливался, но хорошее настроение не покидало присутствующих.